Северный Кавказ на сегодня, при том, что огромное количество проблем есть и социальных, и экономических, и много еще вопросов, требующих решения, тем не менее показывает великолепный пример того, как из региона, который насильно погружали в пучину вооруженных военных действий, мы смогли на сегодня сделать те регионы, которые имеют серьезный потенциал для развития, где террористы уже являются на сегодня не героями, а изгоями, где все больше людей ассоциируют себя и будущее своих детей с мирной жизнью на своей земле.